Всем привет! С вами, как всегда, ваш любимый блогер Артём Макс. Сейчас мы находимся в Бургер Кинге на лавочке, в результате у нас новостройщица в Бургер Кинге. Сегодня взял я, вообще кое-что скажу, что я взял. Сегодня взял шведский бургер, лютый бургер, новинка лютого бургера, плюс литр, вот такой большой литр колы. Ну это вопрос мне 546 рублей. Сейчас я вам скажу. Вот такие дела. Сейчас мы делаем такие дела. Продегустируем вас, любимые блогеры. Начнем, как говорится, с лютого бургера. Ну что? Чувствую, желудка будет пизда. Неплохая тема. Так, пошла такая пикантность, меру уверенная пикантность. Смотри, пикантный бургер. Это я понял, что пикантный бургер реально очень вкусный. Реально, тема такая, пикантный бургер самое то. Вы знаете, дорогие блогеры. И если вы там чекать даю лайф эту фигму, то чеки так Twisted TV вызов. Есть острый бургер. Ну, Роман из Twisted TV. Только всем, кто меня смотрит, кидаю вызов с этим острым. Ядреным бургером. Лютый бургер, лютым бургером. Лютый бургер. А ладно, вот это лютый бургер. Не зря я пошел в KFC. Кола, знаете, как обычно, кола. Кинотеатр. А, кстати, дорогие друзья, KFC этот бургер, это мой спонсор. А еще, как вы знаете, блин, сейчас еще найду его. Найду его, дай бог. Я, короче, сегодня еще иду на ночной сеанс. На Мстителей финал. Вот он, короче, я сегодня иду на Мстителей финал сегодня. Почти в час, ну, почти ровно в полночь иду на Мстителей. В 00:05 минут. Вот этот спонсор моего канала. Чё сказать по этому вообще бургеру? В принципе, он неплохая тема, бля. Прямо того всё. Если меня посмотрят работники Бургер Кинга, это реально тема, это реально хорошая тема на ладушке. Ставлю этому бургеру оценку по моему от 0 до 10, все 10 реально баллов. По остроте, по пикантности, по вкусу, так сказать. В принципе, неплохой обзорчик, ну такой бургер именно, в принципе, такой неплохой. То есть, не зря я лишь пошел себе в Бургер Кинг. Как раз я замутил обзорчик. Всем реально передаю своим подписчикам большой привет. Я решил поэтому, так я давно хотел даже лютый бургер испробовать. Вот, я первый, кто здесь, походу, из блогеров испробовал лютый бургер. Ха, Вовчик, да, ты это посасывает, он не пробовал, а я раньше него попробовал, так что я ему рекомендую попробовать прям этот бургер. Вот, это раз он раз валит, еще он... Я давно, кстати, начал ходить в этот Бургер Кинг. В принципе, это прикольно, значит, что есть в Питере и Макдональдс, там, по соседству у меня.
и KFC 2, и тут там на ладу встречи. Отдельно, рецензия. И два зараза Бургер Кинга. И Хесбургер. Надо еще Хесбургер дегустировать. О! О, пошло! Пошла жара, так сказать. Ух! И египетская сила. Вот это пикантность пошла. Дьявольский вот, я бы назвал его дьявольский вотер. Капец. Против халапеньосы дали о себе знак. Ёбаные халапеньосы, блядь. Сучка, нихрена, знаете, как они дали такую пикантность эту дали. Не, ну в принципе я бы еще просушил его. Наля, прикинь, Бургер Кинг-то неплохой, кстати. Хорошо, господи, боже мой, как же хорошо. Попробуйте реально вот этот новый бургер. Не там наверху, как бы именно на фудкорте, а именно здесь, именно в отдельном ресторанчике. Тут реально неплохой, я считаю, Бургер Кинг делает. А, блин, я не забывайте, у меня же еще этот шведен бургер. О, да. Не зря я пошел вот обедать. Переключите в этот стригун. Ну, спонсор моего канала. Спонсор моего канала. Бургер Кинг. Блин, а я даже не знал. А я раньше, смотрите, не пробовал. Я раньше никогда не ел Бургер Кинг, в принципе. Там либо Макдональдс, либо KFC. Ну, я же недавно Хесбургер пробовал на же еще. Нет, я ел зеленый вотер, но это на фудкорте. Фу, что-то совсем хреново. От этого вотера стало просто пипец. Спайс тупо предупреждено, острое, в плане. Вообще жизнь, это трэш полный. Смотрите, трэш-контент Бургер Кинг, я бы назвал это видео. Трэш-контент, трэш-видосик такой, блин. Атомный бургер, я бы назвал так. Термоядерный бургер? Фух, первого стала. Атомный бургер. О, лютый бургер. Ну ты даешь, извращенец, лютый бургер. Сада мазохист, ни хрена себе. Мне это обошло, грубо говоря, 546 рублей. Да. Не ожидали, что Тёмыч такой снимет неожиданный видосик? О, вот это вообще капец, просто знаете, да что это просто капец, как будто запихнул кто, этих Каролин Риперов в рот и пиздец во рту вас пиздец, как будто Каролин Рипера. Ух, херово, что-то совсем, ух, атомный вотер, я бы сам. Вот он от бургера остался, вот от бургера остался. Тут у меня же концерт, а потом я еду на Арву. А, и наш на Мстителей. Еще раз вам. Тут что-то вот такие, да. Ой, ебать. Пиздец. Ой, пиздец. Ух, сука.